Всем привет! Вы на канале 1.0 Джанов. Сегодня мы будем лепить Music Man. Сейчас покажу, как он выглядит. Вот, смотрите. Сегодня нам понадобится цвет. Конечно же, фиолетовый. Голубой. Конечно же, еще черный. И, конечно, салатовый. И белый. Ну как же без черно-зеленого. Все, мы начинаем лепить. Это убираем в сторонку. Сначала приступим с головой. Давайте приступим. Мы раскатываем. Потом так. Лепим. Ты что, набрала мне? Я не люблю, когда мне врут. Иди почисти, ты будешь хороший. Давайте. Я не ругаю, я тебе просто объясняю. Я тебе объясняю. Мы лепим так. Мы приступаем сначала с головой. С головой закончили. Теперь делаем рот. Сначала делаем глаза белые. Вот так вот. Так, вот. Теперь берем черный и делаем ему глаза. Подождите, делаем глаза. И начинаем второй глаз. Давайте лепить. Теперь берем наш фиолетовый.
один. Теперь лепим. Так, давайте. Не обращайте внимания, то что у меня кто-то ходит. Так, берем еще фиолетовую и делаем первый глаз. Надеюсь, вы знаете, кто это Music Man. Берем фиолетовый еще раз. Раскатываем. И делаем. Она под нашей подушкой, что ли? Где тут скетчи? Теперь делаем брови из голубого. Теперь прицепляем. Ой, простите, то, что не поместилось. Сейчас поместится. И что ты, Лена, хочешь сказать, что ты пальто не перевешивала, когда свое полотенце сушила? Сейчас майку повесила мокрую. И делаем еще одну брошь. Так, теперь делаем рот. Кстати, вы заметили то, что у него рот, почему-то зубы из какого-то пианино или синтезатора. Делаем для него рот. Başka bir yolu çıkardı. Bu mumu nasıl doyum ki?
карту. Теперь делаем зубы. Черновую работу. Есть кому хорошо? Потом сделаем одну часть. Но об этом я вам потом скажу. Вот зубы у нас сделаем черные те штучки на перину, которые есть. И скажите потом в комментариях, как называется. Мы не забудьте еще подписываться на канал. А как если надолго бросить и обратно начать? От этого бронхит поиграть, сохранить. Так, голову мы сделали. Теперь будем делать туловище. И потом прицепляйте. Извините, то, что что-то давайте прицеплять. Прицепляю голову к туловищу. Если что, я делаю мини-фигурку. Теперь сейчас мы сделаем ноги. Подождите минутку.
него четыре руки либо ноги. Напишите в комментариях, у него это руки или ноги. Подождите минутку. Так, сейчас будем делать руки. Подождите. Сейчас сделаем. И, конечно же, нам нужен черный. Сейчас подождите. Сейчас теперь делаем пятки. Да. Вот так придумал. Вот так прыгать и вызываться. Ну так лестница же будет, ты будешь? Ну там тоже с той стороны лестница вот там. Где найдет? Одну и две вот это. Где сделать? Мне что-то на вот прям сразу сюда. И вон там. Напротив той двери, соседней квартиры сделать. Зачем туда? Не, вообще спрашиваю. Можно? Хотя нет. Нет. Тут видишь, это несущественно. А далее отделяли мы. Подождите минутку. Простите, произошло недоразумение. Сейчас будем делать руки или ноги. Сделаем сейчас вторую ногу. Сейчас. Подождите. Сейчас сначала нам нужен опять черный.
Давайте сделаем пятку. Делаем третью ногу, а четвертую сделаем, когда сделаем наушники у него. Так, делаем третью руку. Опа. Так, давайте сделать. Так, делаем последнюю, третью ногу. Теперь делаем наушники. Это не нужно. Нам нужно два шарика черных раскатать, чтобы получился будет кружочки такие. Теперь их обматываем
Светло-зеленый. Вот, то есть салатовым. И обматываем шарики. Давайте. Первую я кружок для наушников сделаем. Делаем второй. Таким же образом. Подождите одну минутку. Простите, то, что ушел. Мне надо было на минутку уйти куда-то. Простите, то, что был шум какой-то. Сделали второй. Теперь отрезаем проволоку. С этим не могут возникнуть проблемы. Так что может много времени занять. Я подождите. Немножко не тут. Размер сделаю. Вот шарики. И это нам понадобится красный. Простите, что его не сказал. Просто явно не заметил. Мы лепим. Можете написать в комментарии, кого мне еще слепить из его вселенной аниматроников. Это из пиццерии Flex Security Breach. Мы сделали наушники для него. Так, теперь делаем руку. Четвертую, чтобы она держала наушники. Подождите одну минутку.
Теперь берем черный, как всегда, и ладошку. Кстати, мы делаем последние штрихи. И последний штрих. Все, подождите. Это не раз. И оправим нашу вторую ногу. И все. Вот какой у нас получился Music Man. И всем...